Так, сейчас я в магазине Walmart. Здесь обычно стоит клубника. Клубники нет. Так, что я купила? Я купила такой салат с шампиньоном, шпинат и огурцы. Так, здесь полка пустая. Сейчас люди пройдут. Здесь полка пустая, ничего нет. Видите? Это... What? I don't know. This apple so good. This one. I always buy the gala. These ones? Yes. For like pies and stuff? Are those better? I like this better. But you know, it depends like on the person. Так, вот это бананы. Мужик говорит, а что, говорит, эти яблоки должны сладкие быть? А я что, блин, продавец? Откуда я знаю? Так, бананов нету. Это как магазин выглядит сегодня, 24 декабря, перед Рождеством. Так, здесь обычно салаты. Я последний забрала вот такой вот. И вот такая полка, видите? Пару упаковок шпината, больше ничего нету, все разобрали. То есть люди разметают, клубники нету ни в одном магазине. Обычно клубника здесь, там яблоки, яблок нету. Видите, пустые коробки. Здесь грибы, практически нету грибов. Здесь обычно тоже овощи нету. Видите, полки пустые. Там тоже, там помидоры пустая вся коробка. Сейчас посмотрим. Я не хотела особо ничего брать, но... Я говорю, я гала беру яблоки. Я говорю, я не знаю. То, что берет, там тоже получается. Хлеба ничего нету, видите? Там полки пустые, хлеба нет. Замороженное все есть в упаковках. Лазанья там и всякое такое. Еще здесь кофе вроде как есть. Мне кофе надо было купить, но я, наверное, попозже. У меня там еще есть что с мясом. Мясо, ну, в принципе, какое-то мясо есть. То есть что-то выбрать можно. Курица, это все, что с курицей есть. Видите, тоже полки пустые. В принципе, пару лотков курицы и все. Обычно на Рождество здесь готовят индейку. Но мы столько индейки едим в течение года, поэтому я еще не знаю, что мы будем готовить на Рождество. Что-нибудь приготовим или... Не знаю. Не знаю. Сосиски есть. Из как бы из сосисочных таких. Колбасы есть все. Мясо для ланча тоже есть. То есть, в принципе, все остальное есть, да? Сыр тоже есть. Сыр у нас есть. Я-то смотрю, что мне надо, потому что мне что-то, может быть, надо. Ну, чувак в пижаме идет, видите? Ему пофигу. Я вот не понимаю, как можно в пижаме ходить. Это пижамные штаны. Он идет в пижаме. И ему фиолетово. Воду такую всякую, там разную со вкусом, там клубники, чего-то еще. Орехи. Яйца есть, молоко есть. Что я хочу еще взять, я не знаю. Посмотреть тоже, видите, здесь что-то было, наверное, пакеты разобрали. Бумага, это все, что из бумаги есть в Walmart'е. Это что? Туалетная бумага. Можно сказать, чуть-чуть напряженка. А, во-первых, у нас дороги были как, простите, каток, поэтому, может быть, еще не привезли, не знаю. Так, что здесь есть? Здесь. Здесь такого ничего нет. Мне надо было вот такую бутылочку.
Выскать надо что-то там, например, если чистить так. Что здесь? Тоже так, всегда вот такие швабры здесь в Америке. Так. Хотела обновить для туалета, купить щетку такую в этой самой. И нету почему. Надо другой в Walmart ехать. В этом Walmart нету. Надо ехать в другой. Это тоже всякие чистящие. Ну, что-то есть, чего-то нету. Детские коляски, кроватки, все есть. Порошков море. Вот из вот такое все на месте. Видите, из еды все разбирают. Вещи, все на месте. Тут что-то было уже продали, видите, 19.97, я так и не знаю, что там было. Что там было? Пластинки тоже размели, тут что-то тоже размели, все полки. Подарки, ну, на подарки готовили, скорее всего. Что здесь еще? Телевизор, это 300 долларов. Надо ехать в другой Walmart и смотреть эту щетку в другом Walmart. А что еще хотите? Ну, вроде бы все. Что пылесосы есть, ну такое, все такое есть. Так. Постельное разобрали, тут тоже постельное было. Обогреватели, ножики. О, уже что-то разлили на полу. Оп. Stuff on the floor. Let me move you over this way. We'll get them off in the room right now. Alrighty, sweetheart. Sorry. There you go. Thank you. Come on, Dad. Yeah, it's a couple of aisles. So here, down the aisle, another aisle. Yeah. Thank you. You betcha. Thank you. Uh-huh. You're welcome. А, разлили кофе, так понимаю. Сейчас будут убирать или что это? Что, короче, разлили? Кофе пахнет. Забегут со щеткой. Так, что мне надо еще? Hi, I'm good. How are you? Oh, hi. Это моя бывшая, как это, координатор по работе. Видите, какая любезная. Улыбнулась. Я не знаю, там получилось на видео или нет, но. Зато даже Merry Christmas не сказала. Завтра Рождество. А, она увидела, что я записываю. Потеряла дар речи. Так. Что мне еще надо было? Ну, в общем, людей много. Людей много. Всем кто-то кофе оставил, чашку. Попили кофе, поставили в магазине и пошли. Все так смотрят, я в телефоне же записываю. Ну, так всего такого добра всего хватает. Там лекарства всякие разные здесь. Тоже крема, полочки, посуда. А, ну вот тут вот полки где-то пустые были. Вот тут была пустая полка. А, нет, не здесь. Ну, в общем, там где-то... А, сейчас я пройдусь там. Что-то уже было, разобрали. Не знаю, что здесь было. Попкорн такая, $5 попкорн. Вот полки пустые. Тут что-то, наверное, тоже было. Какой-то товар был. Я даже без понятия, что здесь было. И все разобрали. Видите,
полки практически пустые. И здесь пустые. Тут, наверное, что-то подарки хотели купить или что. Видите, все пустое. Полки пустые. Так выглядит магазин перед Рождеством. Все, шампанское, ну такое, выпивка, все есть. Клубники так я не нашла. Ну ладно, будем без клубники. Так, все. Пошла я платить на кассу.